хот-дог или гамбургер. В пришкольном лагере «Кругосветка» на базе лицея разработано специальное меню для юных губкинцев. Питание двухразовое, в меню все необходимое для роста и развития. Удивительно, но среди блюд есть и фастфуд, но не тот, к которому мы привыкли. Но детям нравится. Это хот-дог только с солеными огурцами и помидорами. Расскажи, мне понравилось? Довольно вкусно. Отличается от обычного хот-дога, который ты пробовала? Ну, в обычном хот-доге должна быть горчица по желанию, а так, да, очень отличается. То, что он вкуснее, и туда добавляют огурец и помидор. Действительно, помимо первого, второго и компота, повара балуют детей гамбургерами, чизкейками, кексами и даже хот-догами. Но, как заверяют мастера кухни, все ингредиенты натуральные и полезные. У нас другая технология приготовления. У нас называется он хот-дог школьный, потому что там содержатся продукты полезные. Там нет майонеза. Нет разных добавок из натуральных продуктов абсолютно. Не содержит острого соуса. Ну, никакого вреда для здоровья он детям не даст. Не будет от него никакого вреда здоровью. Полезно и вкусно – вот девиз поваров. Они зачастую замечают, что исключительно школьную еду дети не жалуют. Дома не привыкли есть такие блюда. А здесь нашелся компромисс.